находится супер новинка, которая выезжает с тюнинг ателье ProTuning. У меня просто радость на глазах, когда такие автомобили выезжают с нашего центра и радуют всех автовладельцев своим внешним и внутренним убранством. На данном автомобиле он был у нас белого цвета. Разработали уникальный дизайн. Дизайн в единственном экземпляре. Его нет ни у кого. Оклеили весь автомобиль с помощью винилографии. На винилографию был нанесен дополнительный слой ламинации, чтобы дать защиту этому рисунку и чтобы он сохранялся на долгие годы. Добавили акцентные оранжевые полосы, которые идут ходовым огням штатным и ходовым огням, соответственно, фаре. Акцентные полосы у нас на капоте, бампере, крыше и задней части автомобиля. Помимо этого всего, оклеили арки в текстурную матовую пленку. Многие могут подумать, что это краска, но нет, технологии дошли до такого уровня, что можем напечатать и любой рисунок, и наклеить текстурную пленку, которая очень хорошо сочетается с этим внешним дизайном. Соответственно, зеркала у нас также в цвет. Много доп. Оборудования было установлено на автомобиле. Это балка дальнего света рассеивающего типа, дополнительные противотуманные и ближние ходовые огни в передний бампер, который мы также притонировали, и супер крутая подсветка по всему днищу, которая еще и меняет свои цвета. Соответственно, по салону у нас была сделана шумоизоляция дверей, полная химчистка, перешили очень круто руль в алькантару антрацитового цвета и добавили нулевую отметку, как на спорткарах. Кстати, она здесь и была с завода. Это красно-нулевая метка на руле, центр руля. Соответственно, по задней части также у нас по кунгу идет полное совпадание цветов, совпадание рисунка. Нет никакой разницы, он везде повторяет друг друга. То есть батон кузова, дверь, соответственно, кузов, задний кунг. Дополнительно проклеили матовую бронепленку, чтобы была защита всех элементов между собой, чтобы не протирали они пленку. Притонировали задние фонари. По салону у нас также было дооснащение и вывод всего доп. Оборудования на штатные кнопки. Вот чем мне нравятся американцы, у них можно очень круто вывести все дооснащение на штатные кнопки, которые также идут из индикации, то есть все включается отдельно. Соответственно, как я сказал ранее, уже полный детейлинг, это химчистка, и, конечно же, мы нанесли свой фирменный защитный состав на кузов, чтобы он приобрел бархатный оттенок и была защита. Машина меньше пачкалась, лучше мылась. Соответственно, как такой красавец, чтобы максимально долгое время он оставался чистым и радовал всех на дорогах нашего города. Поэтому обращайтесь в компанию ProTuning, мы выполним любые ваши пожелания.